Если у вас есть какие-то фобии и страхи, которые мешают вам жить здесь, сейчас, ощущать красоту и радость этого мира, то стоит обратиться к гипнотерапевту. И очень значимым гипнотерапевтом является Ирина Робинсон. Вся работа с ней проходит очень быстро, очень весело, потому что она свою работу делает тщательно, делает профессионально. Кроме того, вы почувствуете, как она свою работу украшает аранжировками, флажолетами, и это делает ее выделяющимся на фоне других мастеров. Обращайтесь к Ирине Робинсон. А это был и есть Ярослав Селянин.